Привет, это Акрон ТВ. Сегодня мы играем в шапку, в слова, в кепку. Неважно во что, важно, кто сегодня с нами играет. Играет две команды. Команда номер один – это Андрей Потапов и Евгений Яцкий. Грузила! Команда Грузила. И команда номер два – Макс Майрович и Дмитрий Литвин. Острые мотыльки. Вамуу! У нас сегодня три раунда. Первый раунд – это англицизмы, которые запрещены на Матч ТВ. Поэтому этот раунд называется «Привет, Миллер». Кто начинает, парни? Классическая «One, two, three, four». «One, two, three, four». И у вас 30 секунд. Итак, раз, два, три. Вне игры по-другому. Офсайд. ЦСКА, когда играет в «Спартак», что у них Дерби. Происходит? Тот, кто больше в команде, забивает голов по-другому. Бомбардир. Бомбардир по-другому. Гелиадор. Да. Когда я дал голевой пас по-другому. Как пас это называется? Я что сделал? Время. Первый раунд для команды «Мотыльки». Вбрасывает из-за боковой линии. Аут. Естественно, маленький. Погнали дальше. Крайний, он играет сбоку, на фланге. Латераль. Не-не-не-не. Крайний. Ингер. Да-да-да-да, маленький. Погнали дальше. И сделал, короче, пас, когда дал последний пас и забил гол. Ассист. Естественно, иди сюда, хорошенький мой. И главный наш тренер. Ковач. Естественно. И крайний ты говорил. Время. Латераль. Пожалуйста. Не успели, не успели. Успели, я думаю, надо засчитать. Просто из-за того, что они новички, мы им как бы подбавим. Какие слабые у нас соперники, без шансов просто. Раунд номер два. Футбольные термины простые, но мы их будем объяснять жестами. В общем, крокодил. Понеслась. Репин, первое слово. Угловой. Угловой. Пас, что, бровка, линия, пенальти. Нету такого. Пас, вот. Пас, пас, передача. Там сбрасывает там листики, непонятно, что он показывает. Удар, гол. У него все время угловой. Штрафной, штрафной, свободный удар. Угловой. Удар от ворот. Одно движение. Все, ребята, стоп, стоп, не успели. Острые мотыльки вступают в бой. Поехали. Кафель, кафель. Нет. Плитка. Дерево. Дерево. Линия боковая. Аут, боковая линия. Не знаю. Да нет, дальше, не пошло. Не пошло. Не пошло. Минус один. Если сбрасываешь, минус один. Один пас. Не, одно не, касание. Не, 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 ну все, понятно. Рука, пенальти. Нет, штрафной, нет, свободный нет. Удар. Рука, вратарь, вратарь. Конечно. Итак, ребята, третий решающий раунд. Пора бы сделать уже что-нибудь с отягощением. Это специальный раунд от нашего тренера по физподготовке. Денис, привет. Сейчас один человек будет объяснять слова и при этом набивать, а второй будет отгадывать. Но не просто отгадывать, а делать параллельно бёрпи. Технично. Подают из... Головой. Да-да-да-да. Фланговый. Когда... Чудак на фланге. Вингер, да, вингер, вингер. Не-не-не, он есть, делает... время у них. Что, кросс. Что там еще? Ты продолжай, продолжай. Продолжай, давай. Короче, вингер идет. Нет, это не то. Кросс, вингер. Да прострел. Прострел, блядь, это не игра. Все. Ребята, вы чувствуете, пошла интрига, пошла страсть. Поехали. А перекладина есть? Штанга. Да. А линия вот эта как называется? Какова? Еще по-другому, одно слово. Трубка. Да. Это победа. Что там? Финальчик по-другому. Пенка. Давай, ускоряемся. Я отдаю, вот как ты показывал. Передача. Ну и давай, ваше любимое слово. Спойлер такой в футболе. Инсайд. Да. Ребята, в этом раунде победила команда Грузила. Проигравшая команда сейчас пишет ролик для ТикТока, который вы можете увидеть где? Правильно, в ТикТоке. Это было первое квази-интеллектуальное дерби. Ну все, ребята отправились на тренировку, а вы оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Как всегда, вперед! Акрон! Акрон, вперед, Акрон!